Я бы сказал, я по таймингу захожу, сейчас я пойду конфетки собирать, скрафчу себе лук и пойду разваливать кабины. Кстати говоря, мне нужны черепки. О, двушка. Может, корзинка выпадет? Не, ну, кстати, антихэт это прям вообще то, что надо. Если бы мне еще, конечно, оружие какое-то выпало, хотя бы композитка, я был бы доволен. 200 дерева. Ну, в принципе, нормально. Корзинка. Вау. Мои конфетки, ням-ням. Сейчас мы как насобираем с вами на пулемет. Ух. Сегодня мы будем делать самый увлекательный контент, который может быть в этой игре. Собирать коллекцию черепов. Я хочу жить на речке. Все. Я буду жить на речке возле сферы. Вот либо здесь, ну идеальное место. Ля, вы посмотрите, там лодка плывет. Наверху два типа. И там челик еще бежит залутанный. Так они речку и забрали, получается, эти челики, да? Так-то да, походу они речку и забрали, я понял. А интересно, что с этой речкой? Блин, эта речка вообще в пушечном месте. Ой-но! Ой-но-но-но-но-но. Да меня-то за шо? Беги, дурак, беги. Успокойтесь. Да вы шутите, что ли? Куда я попал? Все, ждем ночь. Не успел я дождаться ночи, как тут начался лютейший замес, и не влиться в него я не смог. Хоть я и умер, но жертва была не напрасной. Я смог что-то угнать, и утецкий этот не нашли. Забрав арбалетик и двушечку, я побежал искать место для постройки. Блин, я хочу тут построиться, это офигенное место, вот прям в начале речки. Эй, собака, не надо, не делай этого, ну ё-моё. Чё, кто из нас теперь сильный, а? Иди сюда. Кто-то занял эту речку. Неприятно. Я хотел ее занять, ну ладно. Ну мы где-то тут и отстроимся сейчас. Я думаю, тут будет весело. Стоп, я могу на дверь скин поставить какой-то? О, вау. Okay, I'm sorry, bro. I'm sorry. I'm ready. Офигели? Накидываться на меня. Отлично, с одного удара его черепуху забрал. Красиво. Нафармив достаточное количество ресурсов, я побежал застраивать речку. Капец, я не чувствую моего FPS-а. Как знаете, в Майор Пейне, я буду лежать, говорить... Ого, нифига тут лута! Офигеть! Так это моя стартовая кибитка получается. Так вот, я буду лежать такой и говорить... Графа! Графа! А потом подходит ко мне разработчик игры, выкатывает новое обновление с дождем, и я такой... FPS! FPS! Всем здорово! Не прошло и 3 дня, как я дропаю новый ролик. Ну скажите честно, вам же нравится такой активчик, не правда ли? И мне нравится ваш активчик, поэтому не забывайте меня поддерживать лайкосиком и комментиком. Кстати говоря, те, кто хочет попасть на стримчик, заглядывайте по ссылке в описании. Там будет мой Twitch. И прошу заметить, я вас не зазываю туда идти. Я прошу просто заглянуть, если вам это действительно интересно. Ну и приятного вам просмотра! Кто там стреляет у нас с калашика? По-любому с дома, да?
Ну что ты, канидло, пыхтишь? Ой. 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 Бежим. О. Goodbye, my lover. Goodbye, my lover. Привет, берданочка. Просто задушил его, задушил. Просто схватил двумя руками и задушил его с одного арбалета. Ебой. Я ничего не умею крафтить. То есть я выбил берданочку уже и патроны. Вау, просто вау. Знаете, что я сейчас осознал? Что домой мне бегать? Ой-ой-ой, как тяжело будет. У меня дом стоит в чистом поле. Вот тут реально нет кустов даже. Берданку я, пожалуй, лучше оставлю, изучу ее. Буду использовать только в крайнем случае. Скинув потом выбитую берданочку, я отправился лутать аэропорт, так как мне нужен был скраб. О. It was at this moment that he knew. He fucked up. Бежим! Бежим! Не надо, ну не надо, ну нет! Ну зомби! Отдай снова! Ну нет! Вы думаете, что я испугался перестрелки и убежал? Нет, у меня был план. План по захвату дальней вышки. Goodbye. Nice deal, my friend. Нет, болтовщик не ушел. Во время перестрелки подкрасться к ребятам проще всего, потому что они этого даже и не услышат. И когда он стрельнет, я должен успеть открыть дверь. Руф кемпер нуб. Калашик и топсетик я решил засейвить. Взял с собой берданочку и вернулся на аэропорт. Вот это я выбежал. Пожалуй, туда я больше не хочу идти. Свинья, давай без твоих свининых игр, пожалуйста. На этой вышке, тип. Да... Почему я всегда на вас выхожу, чуваки? Я предлагаю новый дом строить, немного в другом месте. Почему-то я думаю, если я тут останусь, то меня выселят. Найс! Найс, я просто в шоке. Домик у меня был по-прежнему 2 на 1.
И мне его нужно было срочно расширять, поэтому я побежал фармить. Фармить камень. Камень, наконец-то я тебя нашел. Но если кто-то спалит, что я там в топ-сетах сижу, то это Габелла сразу. Это смерт. Офигеть, у меня костер. И тут мы будем варить черепа. Во, вот они, двери моей мечты. Это было жестко, но ладно. О, топор железный. Спасибо, спасибо. Это, кстати, мне надо. Какая имба, конечно, когда прицела не видно. Соломончик, ну зачем? Ну вот зачем ты по мне стрелял? Ну вот мог побежать дальше, я бы, возможно, тебя не убил. Вот скажи мне, зачем ты это делал? Беги, брат, беги. Ты, кстати, это, лук свой не забрал. Где он? Иди сюда. На, все, удачи тебе. Блин! Я черепуху не забрал. Ну, эту черепуху у меня заберут. Я хотел череп у него забрать, но в итоге не забрал. Черепухи забрать у них не получилось. Я решил заспавниться дома, взять калашик и разбить им кабины. Серьезно? Что, уже не такие сильные, когда я могу вам что-то преподнести, да, в топ-сете? Дай гроб. Честно тебе говорю, я тебя убивать не хочу. Я хочу пофармить камень, и все. Вот будешь стрелять, мне придется сломать тебе хребет. И забрать твой череп в мою коллекцию. Ты еще жив? Он умер. I don't успел, брат. Да, не? Нет. Или у меня... Нет. Да-да, папи. Это не я. Да-да. Верни мой лук, пожалуйста, а то будет война. Ты не против, если я твой черепок забрал? Отдай обратно. Не отдам. Ну дай мне лук, пожалуйста. Ща отдам. Пожалуйста, подожди, пожалуйста. Либо я иду. Походу ты идешь туда, куда ты сказал. Слабый байт. Дешевый, я бы сказал. Уже сработал почти, правильно?
Твой череп я тоже теперь заберу. Столько места в доме, столько места, вау. Тебе еще мало было, еще выйти по морде дать или что? Чел, это я другой, я тут прячусь от лучника. Ну, походу, я... Ну, мне было приятно тебя, кстати, увидеть на этом серваке. Ты крутой чувак. Спасибо. Мне было приятно тебя убить. Ага. Но скоро тут жить не будешь, конечно, да. Ок. Ау! Прости, брат, я не смог тебя спасти. Я сам знаю, что я скоро тут жить не буду, потому что у меня места в доме вообще ноль. Я, если что, твой сосед тут рядом. А где ты живешь? На, то мне это некуда складывать. Они приносят мне этот шлак. Там, короче, напротив заправки дом такой двухэтажный. Со стеклами. Почему он сюда стреляет, я не пойму. Я почему-то уверен, что мне надо строить новый дом. Потому что этот клан с болота, это вот эти вот два бомжа, которые ко мне бегают, я уверен. Блин, я бы с радостью убил этого бомжа, но я не уверен, что у него что-то есть. Мне камень нужен. Ах ты чертов, разводила. Мне страшно. Нафиг они мне нужны? А, нет, я буду их продавать, окей. Поставим магазин, будем их продавать. О, СМГ, привет. Я тут вспоминаю, как я захожу в эту комнату, а тут два типа сидят. Сейчас нет такого. А можно мне второй фьюз, пожалуйста? Че, не? Че, это было бы слишком просто. А, так его кто-то лутал, получается. Я правильно понял? Его кто-то лутает прямо сейчас.
Калаш, я тебя люблю. Муа, муа. Ты уже два раза. Муа, два раза ты спасаешь весь мой лут. Спасибо тебе за то, что ты есть. Так, я не знаю, пойти переработать компоненты. Трубы мне не нужны пока. Мне нужен второй верстак. Алло, Наггетс. Надо дом расширять или как-то обустраивать мой, я не знаю, или новый строить. Иначе мне бом-бом сделают. Очень скоро. Чё там один потолок, зато лута сколько. Почему у них всегда взрываются гранаты? Я хотел, чтобы он кинул, и я ее забрал, когда она потухла. Нет, не работает. О, найс! Дайте мне гаражку. Все, перерабатываем. У меня 330 скрапа, по-моему. Как раз мне столько и надо было. 170 скрапа, чтобы поставить верстак второй. И еще у меня остается сколько? 120. Могу шприц изучить. В принципе, неплохо. Так, наверное, сейчас и сделаем. Потому что без шприцов иногда приходится бегать. А это такое себе удовольствие. О, так стопэ, я могу прям тут изучить. Гантрап. Лестница. Чё я могу у тебя еще забрать? У тебя ничего такого нет больше. Goodbye. Офигеть. То, что нужно. Если бы гаражка у кого-то была, вообще была бы пушка. В планах у меня было неподалеку от моего основного домика отстроить бункер, в который я перенесу все свои ресурсы. Офигенно, я бы сказал. Только вот этот я, конечно, криво поставил. Ладно, переставим. Во! То, что надо. И у всех разные ники, да? Медвежий король. А вот этот ник я, к сожалению, не вижу. Сникс какой-то. Я спокойненько раскладывал черепа, как вдруг возле меня сбили вертолет. И тут понеслась. Меня залутали уже.
все, что мне было нужно, это забрать отсюда четырехкратник и лазер. Четырехкратник я забрал. О, это пулеметчик ко мне пришел. Между прочим. Где мой нож? О, стоп. Твоего черепа у меня еще не было. Иди сюда, тебе там дам отецкий. Иди сюда, дружище. А, привет. Да-да, иди, иди сюда, иди сюда. Иди, иди. Ой, твой друг умер. Ой. Офигеть, вот это я понимаю окуп. Вот это окупный заход, ребят. Это реально окуп. О, но, мэн. I need your skill, my friend. Я знаю, где я поставлю сейчас. Но я надеюсь, бомжи не будут разбивать их. И собрав наконец-то достаточное количество черепов, я начал отстраивать свой собственный мостик, на котором я выставлю всю свою коллекцию. Офигенно, офигенно, вообще мост идеальный. Hello? I'm friendly, don't worry, man. Give me your school. Okay, I'm friendly, I don't give him, don't worry. Bye-bye. Goodbye. Hey, bro, take it. For you. Maybe you need this. Помимо мостика, я решил отстроить свою рыболовню. Отлично, будем сейчас рыболовами. Рыбаками. О! Hello? Hello, don't worry, man. I'm friendly. Don't worry, don't... Okay. If you try to kill me, you die. Мясо! You fucking liar, you fucking liar. Why you kill me? Take this shit, I'm friendly. Sorry for killed because you shoot me. Take it, I don't want to kill you. I'm from Turkey. Oh, okay, I'm from Russia. Yeah, I know your nickname is Sema Russia. Yes. I see. Take it. Good Russian people. Thank you, man. No problem. Wow, you are very kind. Блин, прикольно вообще, да? Реально прикольно. Только свечки надо сейчас задуть, а то они исчезнут. No, 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 it's my friend. Тут нормальные типы не убивают. На, короче, у тебя есть этот стол? Какой? Для варенья. Нету. О-ля, какая красота. О, у них глаза горят.
Не, ну красиво, красиво. И это конец видоса. Конец истории или нет, решать вам. Я стараюсь не сбавлять планку и рассчитываю на вашу поддержку. Давайте на этом ролике наберем 15 000 чизеров. Всем пока.